Разбор полетов в администрации города сегодня провел мэр Андрей Травников. Причиной послужило нарушение сроков ремонта на магистральных водопроводных сетях в центре города. В ситуации разбирались совместно в присутствии руководителей профильных департаментов и исполнителя работ Вологда-Горводоканала. Коммунальщики наняли подрядчика, который сорвал сроки, а заказчик водоканал процесс контролировал не в достаточной степени. За объектом была закреплена служба эксплуатации, а не служба ПТО и технического директора, которые, на наш взгляд, должны были на месте находиться и контролировать производство работы, в том числе совместно с подрядчиком принимать решения на месте в случае, если что-то пошло не так. Это выводы комиссии, специально созданной для расследования инцидента, в результате которого 4 дома двое лишних суток оставались без воды. Напомним, плановый ремонт на магистральных сетях водоснабжения проводился в центре Вологды с 17 по 20 августа. Нужно было поменять ветхий водовод. Для этого пришлось отключить 92 дома на окрестных улицах. Основной объем работ подрядчик выполнил даже с опережением срока. Поэтому в большинство многоэтажек воду вернули или досрочно, или по графику. За исключением 4 домов по адресам Галкин, 87, Засимовская 64-68 и Чехова 35. Представители водоканала уверяют, в этом вина подрядчика. С этой компанией работали впервые и не предусмотрели все риски. В частности, рано утром, в воскресенье 20 августа, возник 5-часовой простой в работе. В воскресенье мы ждали ответа подрядчика. Помощи подрядчик не просил. В обед они прибыли на место производства работ, уверяя нас, что они успевают в срок. Но мэр Андрей Травников с такими объяснениями не согласился. По его мнению, к срыву графиков привела как неторопливость подрядчика, так и некачественный контроль за организацией работ со стороны водоканала. Я считаю, что недостаточно был проработан график производства работ в части расчета необходимых ресурсов, дополнительные резервные силы. И, соответственно, не было возможности их оперативно 20 числа привлечь. Недостаточно была организована проверка комплектации и качества материалов, поставленных для проведения работ. Упущение вижу со стороны генерального директора присяжного Александра Геннадьевича, который не организовал должным образом работу предприятия. Упущение вижу со стороны технического директора Усачева Николая Геннадьевича, который не организовал подготовку проведения ремонтных работ. Руководство Горводоканала ждет дисциплинарное наказание, претензии мэра и КТРовцам, работающим в сменах. Комиссия установит вину каждого из них и разработает меры по привлечению к ответственности. Подрядчик также будет наказан в рамках заключенного с коммунальщиками контракта. Марина Березина, Михаил Протасов, Вологда РФ.